Валь. А? А чего моему еще не хватает, а? Вот смотри, вот он чистенький. Он выглаженный всегда. Я с него всю жизнь пылинки сдувала. Может, он не доедает? О, ну. Давай за него. Ой, с удовольствием. Хорошее вино. Анатолич хорошо здесь спрятаться, но со шкаликом, так сказать, для согрева. Ох, Вася, вообще было бы неплохо. Вы застуканы, это раз. Я все слышала, это два. Хочется это просто для поддержки разговора. И впредь я бы попросила таких разговоров больше не поддерживать. Это три. Угу. Зая за мной. Не дай бог. Раз! Два! Эй, мужик. Да положь назад. Прошу прощения. Прощение ты опосля просить будешь. А сейчас положь на место то, что взял. Иначе лычи начищу. А позвольте осведомиться, вы, собственно говоря, кто? Я не понял. Ты сейчас, мужик, чё, нарываешься? Лежу, у тебя какой-то алкаш из сарая в косилку коммунизде. Ну, медяй ты даешь. Какой-то профессор из города тебе морду начистил прямо анекдот. Кому поверь, кому ж расскажешь, не поверят.